парке имени Льва Толстого 9 мая развернулись массовые гуляния. Здесь задействованы все площадки. Жителей и гостей города встречает военный оркестр. Волонтеры раздают георгиевские ленты, а людям старшего поколения дарят цветы. И поздравляют, и внимание уделяют нам. Спасибо вам всем. С Днем Победы! В этот день на площади парка развернулась музейная экспозиция. Участники военно-исторических клубов представили технику и вооружение Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции, а также трофейные грузовики и мотоциклы. Все машины в рабочем состоянии. Эти экспонаты привлекают и детей, и взрослых. Движет, наверное, стремление, чтобы молодежь, все вот эти вот мелкие, они хоть что-то представляли о том, что делали наши деды-прадеды. Потому что это прикоснуться к истории. А вот экспозиция медицинского оборудования, которое использовали в годы Великой Отечественной войны. Вот этим всем лечили. Вот уколы делали, вот шприцы вот, многоразовые. Одноразовых ничего не было. Стерилизовали в этих вот стерилизаторах. 30 минут все подвергалось кипячению. Традиционно всех гостей праздника угощали полевой кухней. И, как всегда, желающих отведать гречневой каши с мясом так много, что жители выстраиваются в очередь. Приготовлено хорошо, как дома. Мяса много, сам удивился. Думал, не будет. Нет, есть, все нормально. Для самых маленьких гостей мастер-классы по рисованию, а еще спортивные игры. Ну а творческие коллективы города развлекали химчан танцами и песнями. Прекрасное настроение, хороший день. Всех поздравляем с праздником. Все хорошо. 9 мая массовые гуляния прошли во всех парках и скверах городского округа Химки. Жители города выходят, радуются и... Нам, депутатам, очень приятно это видеть. И мы благодарны администрации города за такую высокую организацию данных мероприятий на всей территории городского округа. Митинги, концерты, игровые программы, спектакли, выставки. Более 80 праздничных мероприятий прошли во всех микрорайонах городского округа. Но в центре внимания в этот день прежде всего ветераны Великой Отечественной войны. Им слова благодарности и низкий поклон за мирное небо. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.